11 июля глава Хасавюрта Зайнуддин Акмазов в сопровождении первого заместителя главы администрации Кургули Кургулиева, начальника УКХ Арсланали Мустафаева, генерального директора Горводоканал Магомеда Шираева провел инспекцию по трем объектам дорожных работ по улице Энергетическая и Экскаваторная, а также пересечение улиц Датуева и Грозненская. Энергетическая находилась не в самом лучшем состоянии, но уже после реконструкции дорога должна приобрести совершенно новый вид. Представители подрядной организации в настоящее время отсыпают гравий и щебень, поднимают колодцы и устанавливают бортовые камни. По экскаваторной улице приступили к укладке первых метров нового асфальтного покрытия. В настоящее время уже установлены бортовые камни. Протяженность дорожного полотна составит более 500 метров, а ширина проезжей части 11 метров. Является подготовка к проведению сплошного асфальтного покрытия отрезка дороги от улицы Грозненская до Шорса по улице Датуева с расширением проезжей части на 2 метра. По оценкам специалистов, завершение работ на объектах запланировано на конец июля и августа текущего года. Глава Хасавюрта Зайнуддин Акмазов положительно оценил темп работы и обратил внимание на необходимость обеспечения в первую очередь качественного результата всех проводимых работ. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».